Настало время поговорить о вот таких вот красавчиках, скажем так, небольшие представители нашей линейки огромного семейства ножей со звучной фамилией Боуи. Называется «Одинокий волк Кайова», назван в честь одного из вождей североамериканских индейцев, также прижился в среде байкеров. Ну, еще бы, байкер — это всегда всадник. У нас вот также он здесь на клинке изображен. Много из наших уважаемых подписчиков уже являются счастливыми обладателями данной модели. Кому-то они еще делаются, а кому-то уедут уже завтра. В руках держу самый бюджетный вариант. Сталь Хашка. Накладки Рок Лося. Но есть еще вот такие вот экземпляры. Блин, как они мне нравятся. С более яркой рукояткой из капа клена стабилизированного. На данном ноже также H12MF. Отличается чисто рукояткой. То есть базовая комплектация, это уже более такой сочный, смачный вариант. Но самый мой любимый вариант выполняется всегда строго на заказ. Вы его уже видели, потому что я его светил не раз. Это вот такая красота. Из дальнего Дамаска, рукоять стабилизированный кап клена. Конкретно вот этот нож поедет, надеюсь, в далекий, солнечный Сахалин. Широка страна моя родная. Наш уважаемый подписчик заказывал его себе на день рождения. Ну, вот такой вот подарунок мы ему запилим. Соответственно, заточка у нас в бритву. Так, сейчас, чтобы прям видно было, без дураков. В общем, точить надо ножи так, чтобы можно было с волоса стружечку снять. Не перерезать его, а снять стружку. Ну, а я желаю вам острых, прикольных, правильных ножей. Здоровья вам и вашим близким. Всем пока!